Я приветствую всех любителей вязания у себя на канале, и в этом видео я хочу вам рассказать о своей новой работе, вот таком вот чудесном, очень практичном, ажурном джемпере на сезон весна-лето. Я думаю, что многие из вас узнали знаменитый бренд Cézanne. Кофточка связана именно по мотивам этого бренда. Вообще, листая на просторах интернета какие-то работы, какие-то модельки подсматривая, что не вещь, вот мне понравится, она обязательно окажется бренда Cézanne. Конечно, потрясающие работы они делают, очень женственные, ажурные. Люблю, нравится, честно, нравится. Вот, поэтому вяжем мы по мотивам знаменитого бренда работы. Я хочу начать свой рассказ с ниток. Самое важное – это подбор ниточек для вашего будущего изделия. Первое, что я хочу порекомендовать, это использовать бобинную пряжу. Потому что хлопок, основной состав в этой работе – это хлопочек. Хлопковые моточки, вот эти маленькие, которые продают, вам придется их очень часто соединять, а хлопковую ниточку соединять гораздо тяжелее, нежели шерстяную. И вы очень много времени посвятите работе над тем, чтобы прятать эти ниточки, узелки. Ну, не узелки, а вот это вот соединение сделать. Поэтому рекомендую бобинную. Что касается состава. Здесь 80% хлопок и 20% шелк. Полотно получается очень струящееся. Шелк делает хлопочек очень мягким и струящимся. Вместо хлопка вы можете взять лен с шелком. Вместо шелка можно попробовать, даже не попробовать, а смело берите вискозу, например. Можно сделать сочетание шелка и вискоза плюс хлопок или шелка и вискоза плюс лен. То есть шелк и вискоза дадут свою вот этот вот эффект струящегося полотна, а хлопочек и лен, ну, это, конечно, традиционный летний состав. И я вам хочу представить новый магазин, познакомить вас с новым магазином, где вы могли бы подобрать необходимую пряжу для такого вот изделия. Это магазин Italy Yarn, итальянская пряжа в переводе. Я оставлю все данные, все контакты этого магазина внизу, в описании к этому видео. Ну и, конечно же, я вам хочу предложить свой промокод, именной промокод, первой буквы моего никнейма Наталья Ковалева Дизайн, NKD. По этому промокоду вам в магазине сделают 5% скидку. Сейчас там и так действуют скидки, весенний вот этот вот период. А по промокоду ваша скидочка еще и суммируется, и у вас будет скидка еще больше. Так что попробуйте, посмотрите. Я уверена, что-то вам девочки подберут, что-нибудь вам обязательно понравится, выбор очень большой. Так, вот это то, что касается по ниточкам. Спицы я использовала для вязания основного полотна, основного рисуночка 2,75. А вот резиночку по подолу изделия на манжетах и горловинку я использовала спицы двоечку, спицы потоньше. Но если вы придете к плотности вязания, не если, а вы придете к этой плотности вязания, просто, возможно, другим номером спицам, возможно, троечкой, потому что я вяжу достаточно свободно, и я заметила, что я спицы обычно беру тоньше, чем рекомендуют, например, производители, указывая на моточках своей пряжи. Поэтому попробуйте 2,75, попробуйте троечку. Я вот пришла к необходимой плотности со спицами 2,75. Так, по толщине ниточки. Значит, у нас здесь на 100 грамм 400 метров. В магазине, опять же, который я вам порекомендовала, вот буквально только что, вам могут сделать намоточку. То есть, например, вам понравился артикул с толщиной ниточки на 100 грамм, там 1600 метров. Можно сделать намотку в 4 нити, и вы получите тоже необходимую толщину, там, если вам цвет приглянулся, да, и состав подходящий. То есть здесь можно с ниточкой, с намоткой, с толщиной поиграть. Давайте рассмотрим основные параметры изделия. Значит, в ширину, ну, учитывается кое-какая погрешность, вот у меня не скользкая поверхность. Да, вот я разложила свитерок, где-то все равно натяжение может быть какое-то есть пряжи. Ну, постаралась максимально ровно. У нас где-то 47-48 сантиметров. Да? Значит, это полуобхват изделия в груди, вот прям под подмышечными впадинками. И если мы измерим с вами длину изделия, у нас будет с вами 65 сантиметров. 65. Давайте замерим пройму. Так. Пройма у нас 20 сантиметров
Вот она. Плечо мы будем с вами вязать скошенное, чуть-чуть скошенное. Значит, будем вывязывать горловинку попереду углубленную. Так, рукавчик, если вы обратили внимание, он тоже идет у нас под наклоном. Видите, у нас продолжается линия плеча. То есть мы с вами будем вывязывать окат, небольшой окат рукава, похожий на рубашечный крой, как у рубашек краивается рукав. Ну, тем самым мы получим с вами, достигнем лучшую посадку. Так, что у нас здесь происходит? Давайте посмотрим. Здесь у нас есть подрез. И здесь вывязывается линия проймы под наклоном. То есть не прямоугольником идет под прямым углом 90 градусов, а закругление. Вывязывается закругление проймы. Тоже несколько, ну совсем чуть-чуть усложняет работу, но улучшает посадку. Таким образом, давайте с вами определимся с размерами. Потому что я, читая многочисленные ваши комментарии, пришла к выводу, что очень многие любят немножечко преуменьшать свой размер. Например, 48-50 размер называют, а на самом деле по факту это 52. Дело в том, что размер определяется объемом груди, деленным на 2. Поэтому, когда я называю размер 42, это значит ваш объем груди 84 сантиметров. Если я называю размер 44, значит ваш объем груди 88-90 сантиметров. Вот я представила в начале видео эту работу на себе. Вы можете посмотреть, как смотрится, какое, насколько свободное облегание ниточка ложится. То есть вот мы измерили с вами объем в спокойном состоянии свитерочка, но он, видите, он очень эластичный, и это очень свободно растягивается. Поэтому, значит, у меня параметры рост 165 сантиметров, чтобы вы с длиной тоже сориентировались, и объем груди 88-90. У меня хороший такой 44 размер. Это же модель. Это изделие и описание на него, и мастер-класс подготовлены. Это будет один размер на 42, 44, 46. Прекрасно будет сидеть на этих размерах. Если же мы хотим сделать изделие побольше, 48-50, то там немножечко придется поэкспериментировать, добавить в боковых швах, ну не швах, а местах, у нас нет швов. Добавить петельки пройму, начать вывязывать чуть пораньше и горловину сделать чуть пошире. Вот, что касается размера. Итак, это 42, 44, 46. Один размер. Под размером я подразумеваю полуобъем груди. Поэтому измерьте себя как следует, и вы поймете ваш точный размер. Так, что касается расхода. У меня ушло на это изделие прям точно по весам. Причем я измеряла без наличия. Все-таки вот эти штучки, они немножечко утяжеляют изделие. Ровно 261 грамм ушло у меня вот такой вот ниточки, о параметрах которой я вам уже сказала, на довольно-таки такое вот свободное внушительное изделие. Вес, согласитесь, для хлопка достаточно невелик. Ну, работа, я еще должна сказать вам, достаточно тонкая, филигранная, все-таки нить не очень толстая. Но я думаю, тем самым вам доставит лишь больше удовольствия работать над этим изделием и тем более его носить. Потому что, ну вот я люблю вязать ажурные узоры, я люблю, когда они связаны вот так тонко, мелко, филигранно. Это, ну, особый вид придает изделию, согласитесь. Давайте я еще чуть подробнее расскажу о модели, показывая на себе. Итак, изделие мы будем с вами вязать снизу вверх. Вязать будем по кругу. Таким образом, посмотрите, у нас будут отсутствовать с вами боковые швы. Все, как я люблю. Помните, да, кто со мной давно уже вяжет? Все, у нас здесь не будет никаких утолщений, у нас с вами все здесь будет гладенько. Далее мы доходим с вами до линии проймы. И мы будем отдельно вязать полотно переда и отдельно полотно спинки. Затем мы их с вами соединим чудесным образом, вот таким вот красивым швом. Так? Обработаем горловинку. Причем, заметьте, резиночка на горловинке у нас будет очень напоминать резиночку по подолу, резиночку на манжетах, но она будет более свободная. Если у манжетов и у подола она вяжется более плотно, то резиночка по горловине у нас, наоборот, должна быть эластичной, чтобы она вот так вот на плечико у вас легко спадала. Так? Далее мы свяжем рукавчики с окатом, как я уже говорила, упоминала.
Так, повторяя рисуночек, да, располагая его подмышечной впадинки, мы, посмотрите, здесь оставим лицевые петли, не будем здесь рисунок провязывать, и он у нас в итоге сойдется с вами к рукаву вот в такие ромбики. Так, ну вот это вот по каким-то деталям вывязывания. Ну и в этот раз мы с вами будем не просто вязать по видео, а у меня наконец-то дошли руки до того, что я не очень люблю делать, но я это сделала. Я подготовила подробнейшее описание по вязанию этого джемпера. Мы подробно рассмотрим с самого начала, как все делается, и пряжу, и нитки, и плотность. Я приготовила для вас очень удобные схемы, на которые будет расположен полностью весь передняя часть полотна, задняя часть полотна, но они дублируются, повторяются. Я подготовила для вас полностью очень подробную схему рукава, чтобы вы, глядя в одно место, не собирали вместе кусочек этой схемки, кусочек этой схемки. У вас все было одно цельное перед глазами. Подготовила, чертила, рисовала схемы. Должно быть очень удобно. Но если вам понравилась моя работа, и вы хотите со мной связать точно такую же, то пишите мне в личные сообщения. В описании к этому видео я оставлю свои контакты, где можно со мной связаться, и я вам расскажу, как можно связать данный джемперочек вместе со мной. Ну, я думаю, вам огромное удовольствие доставит и вязать этот джемпер, и не меньше удовольствия, конечно же, доставит его носить, да? На летний теплый вечер, день, самое то. Дышит свободно, прохладно, приятная ниточка. Супер! Просто супер! Ну, а я благодарю вас за внимание, за то, что вы досмотрели это все до конца. И прощаюсь с вами ненадолго. Скоро будет еще что-то новенькое и интересное. Тоже на сезон весна-лето. Так что не пропустите, подписывайтесь, не теряйте меня. Я указываю все свои площадки запасные, все свои контакты на случай, если все-таки YouTube закроют. Вот. Поэтому будем на связи. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч!